тебя не потрясло мое предложение, ты, наверное, спятил. Не отступать! Стрелять! Только в ответ! Но если им нужна война, пусть она начнется здесь! Питкерн! Прочь с дороги, мятежники! Сложить оружие, разойдись! Какого черта вы делаете? Назад, стоять! Трусы! Предатели! Они не вернутся. Придется обходиться тем, что есть. Мне не нужны советы. Стреляйте! Стреляйте! Езжайте в Конкорд. Предупредите всех. Это покажите командиру. Должен быть человек по имени Джеймс Барретт. Езжайте! Скорей! Нас ждут товарищи в Конкорде! Шевелитесь! Мало времени! Держитесь вместе, не отставайте! Конкорд, парни! На помощь! Что случилось? Но! Бежим! Все спасайтесь! Они хватают пленных! Бежим! Кровь уже пролилась в Лексингтоне и прольется еще. Армия выступила в поход. Да неужто? По-вашему, чем я тут занят? Ступайте домой, пока вас не убили.
У меня нет времени нянчиться с мальчишками, рвущимися в герои. Я ручаюсь за него. И Джон Паркер тоже. Где Ревир? В плену. Что? Не бойтесь. Он умеет выпутываться из беды. Он справится. Я уверен. Наговорились, барышни? Паркер считает, что вы не совсем безнадежны. Значит, возможно, сумеете для меня кое-что сделать. Когда начнется бой, мы должны удержать те позиции. Это ключ к обороне Конкорда. Славные ребята. Но не солдаты, им нужен опытный командир. Возьмете это на себя? Смотрите, не подведите. Даю слово. Тогда, видно, остается только ждать. Сэр! На баррикады! Нет! Вы должны удержать позиции! Если англичане прорвутся, все кончено! Что я должен делать? Слушайте внимательно. Они будут строиться в цепи. Командуйте плей точно перед тем, как строй готов. Чуть раньше наши промахнутся. Чуть позже враг успеет выстрелить первым. Я понял. Если кто-то из мерзавцев прорвется, прикончите. Берегите моих людей. Приготовьтесь. Не стрелять! Огонь! Ждите сигнала! Приготовьтесь! Приготовьтесь! Огонь! Ждите сигнала! Стреляйте! Готовься! Готовься! Стреляйте! Приготовьтесь! Не стрелять! Огонь! Ждать сигнала. Ждите сигнала. Огонь! Не стрелять! Пли! Ждать сигнала. Стреляйте. Ждите сигнала. Ждите сигнал. Пли! Ждите сигнал. Огонь! Ждать сигнала. Пли! Ждите сигнала! Ждите сигнала! Огонь! Приготовьтесь! Готовься! Готовься! Огонь! Ждать сигнала. Огонь! Ждать сигнала. Пли!
Назад! Назад! Ура! Они бегут! Дело рук последнего негодяя. Но они ушли. Надо было напасть, пока был шанс. Как вы думаете, где Питкерн? Уполз зализывать раны в объятиях Британии и задумывать новые преступления. Нужно найти его. Сколько еще людей умрут, пока я жду? Выше нос, друг. Сколько сегодня выжило благодаря вам? Да, но они... Мы делаем, что можем и как можем. Этого мало. Да. Так всегда. Ради нашего славного дела. Я глубочайше признателен этому невероятному знаку доверия с их стороны. Но случись вдруг какое-либо несчастье, неблагоприятное для моей репутации, я умоляю всех присутствующих здесь помнить, что ныне я с полной искренностью заявляю, что недостоин занять этот пост. Да, никто лучше него не годится на этот пост. Я хочу заверить, правда? Конгресс, что я знаю несколько. Вознаграждение не могло бы Чарльзи. Принять это колоссальное бремя. Мы знакомы? В самом деле, откуда вам помнить? Идемте, Коннор, я хочу вас представить. Я стану вести учет всех моих расходов. Простите, что вмешиваюсь. И кроме компенсации, но не хватало только, чтобы дело дошло до драки. Не желаю. Коннор? Позвольте представить вас новому главнокомандующему, Джорджу Вашингтону. А, так это вы спасли Сэма и Джона в Лексингтоне. Это сделали патриоты. Я просто оказался рядом. И скромен, и отважен. Нам бы побольше таких людей. Прошу прощения, но я должен поговорить с Чарльзом. Похоже, он не слишком доволен тем, что его обошли. Был рад знакомству, Коннор. Скажите, вы разыскали Питкерна? Говорят, он окопался в Бостоне под охраной тысячи солдат. У вас появится шанс, только если его выманить. К счастью, мы планируем наступление на Бостон. Именно с этой целью. Нашими войсками командует Израиль Патнем. Отдайте это ему. Он обеспечит вас всем, чем нужно. Он сейчас в лагере у Банкер-Хилла. Благодарю недалеко вас. От города. Не за что. Я делаю, что могу. Питкерн очень опасен. Надо быстрее от него избавиться. Тоже касается и Чарльза Ли. Это отдельная история. Ее пока лучше отложить. Поезжайте в Бостон, Коннор. Да, по воскресенье. И игра.
играю вместе с ними на альт. О, нет, спасибо. На полоборота по часовой стрелке. Попробую, да. А это как и до того, как дырку пробили. Вы еще здесь? Я только хотел узнать, что теперь? Дел по горло. Командующий Вашингтон скажет, где наносить новый удар. И надо поработать над заявлением. Заявлением? Нужно немедленно связаться с прессой и рассказать всем, что первыми в Лексингтоне стреляли лоялисты. Но неизвестно, кто был первым. Именно поэтому надо действовать быстро. Завоевать симпатии народа. Это нечестно. Возможно. И что? Все должны верить, что мы защищались. Иначе нас обвинят в измене. Но это так. По-вашему, лучше склониться перед тираном. Вы этого хотите? Конечно, нет. Нельзя лишать людей свободы, но лгать ради нее – это весьма скользкая дорожка. Поймите, Коннор, эта война ведется не только на поле боя, но и в умах, и в сердцах. Немного приврать не страшно, особенно если это спасет жизнь многим. Отличная выделка. Работать по коже он учился у одного испанца. Что делал тогда испанец в колонии? Да не... Да, по воскресеньям я оставляю дела и играю вместе с ними на альте. Необыкновенно умиротворяя. Этот-то? Да поймай я его. У нас есть и хор. Там поют даже некоторые офицеры из гарнизона. Слышали бы вы нас на мессе. Вам удалось найти нового помощника? Могу порекомендовать. Небольшая ферма возле Солсбери. Зимой там холод, конечно, но земля добрая и жизнь спокойная. Да, по воскресеньям я отправляю дела и играю.
Эй, что ты, я что ты не я, ты вообще не как-то думаешь, не? Я даже, ты такой как не, не?